гречку. Где ты меня не ждешь? От края до края небо в огне сгорает, и вновь исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай под пение дождя. Далеко, там, где небо кончается. Всем привет, зрители и подписчики нашего канала. Когда давно не снимаешь влоги, даже как-то начинать дико, уже отвыкла. А как вы уже поняли по картинке, что мы находимся в Москве. Сегодня у нас 9 сентября. Сегодня у нас с Сергеем годовщина свадьбы. 11 лет официально совместной жизни. Приехали на выходные. Жалко только, что придется в воскресенье уезжать, потому что и так сегодня пятница, пришлось пропустить все, и школу, и тренировки. Думали остаться до понедельника, то есть, но понедельник уже в школу, опять же тренировки, поэтому уезжаем 11 числа. Кстати, 11 числа это 2 дня, день города, 10 и 11, это уже будет очень много концертов, праздник. Но надо. Мы одни, без Владика, сразу говорюсь. Владик у нас дома. Последнее время у нас с нами не ездит. Очень-очень редко. Вот единственное, там, если на футбол надо, там, когда. А так он не любитель гулять по Москве, да, и есть еще другие причины, по которым он не хочет ехать. Точнее, причина. Ладно, идем сейчас, наверное, на мост Прящий. Потому что, когда мы были последний раз здесь, мы все хотели до него дойти, но как-то не срослось, не получилось. Сейчас прогуляемся, да, можно ехать, в принципе, домой уже. Потому что сейчас туда-сюда будет уже темно. Время так, 8 час, или 7, ну да, 7 начало 8-го. Где? Видите, маму? А, он там разговаривает. Вот гуляем по парку Зарядье. Сейчас сходим на Прящий мост. Такие вот красивые шары с подсветками. Там, скорее всего, уже к празднику сделали. К 875-летию города Москвы. Подсветочка. Короче, не знаю, где они заблудились там, мама. А где они, или? Короче, понятно, ладно. Догоняй, скажи, на мост Прящий. Очень много тут. И вон там маленькие. Сделай только 09. И вон Прящий мост. Москва, день города. Очень много людей, пятница. Парам-пам-па-пам-пам-пам. Так. Так, подошли мы, но Прящий закрыт, не знаю даже почему. Странно очень. Первый раз мы здесь, и Прящий закрыт.
кораблики. Вроде так вот вечер, начало 8-го. Надо и старших закат. Собирать, и маленькие собирать собрания. Там. Вот. Классно. И это, лет всем другому. Темнеет Москва. 775 лет. День города. Вот. Ладно, пойдем там обратно. Тань, там не пройдешь, обратно пойдем. Прикольно. Ну что, гуляем уже по Никольской, где все зашли перекусить. Вкусная точка. Что ты? Обрыгаешься. Что такое? Сфоткаться хочешь. А-а-а. Вероник. Ребята, такой телефон. Никольская, как обычно, оживленная. Вот, пятница вечером, начало 9-го. Народ гуляет в выходные дни в преддверии. Туристы, как обычно, очень много. Так, ладно, сейчас мы на метро и уже до... Не знаю, Таня говорила, нет, мы опять снимаем в этом же доме, в Джиколайне, только сегодня другая квартира, блин. Я заказывали, бронировали эту, но... Ну, вот. Немножко на другую сторону выходит окна теперь у нас. Ну, я снимал, по-моему, в Инстаграм. Вот, получается, сбоку теперь. Пойдемте. Ну, все равно расположение такое же, в принципе, то же самое, та же самая квартира, такое же расположение именно дома не на Ходынское поле, а на Выпарену, на ЦСКА и там на небольшую улицу. Там дальше песчаный, по-моему, надо на... Вот. Ну, все равно нормально. Особо тут не расстраиваемся, потому что все-таки две ночи всего. Ну, сейчас едем в авиапарк, в Ашан зайдем и уже домой, да, забронируем еще самокат на сутки. Кстати, цены подешевели, 500 рублей всего лишь, там можно кататься будет. Ну, вот, сегодня покатаемся немножко и завтра уже будем в центре, в парк Горького, мы собираемся в музеон до футбола. Да, до футбола еще с Ильей идем на ЦСКА Краснодар. Ну, поснимаем еще, приедем на Ходынское поле. Там, кстати, сцену установили, даже будет концерт, по-моему, 7 часов небольшие, про там, ну, мы никуда не пойдем уже вечером. Салют посмотрим, там у нас будет. Немножко снимаю. Дорога мой дом, небо моя тетрадь, пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе мой дом. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Так, ну что, зашли мы в Ашан. Там Вероники на блоке, что купить из нижней одежды. Она там все увидела и загорелась. Короче, зашли там продукты кое-что подкупить по мелочи. Основную закупку мы сделали сегодня, когда приехали, и то брали по минимуму, потому что... Сережа, нам сюда выходить? Надо только на два дня. Пойдем сюда, человек будет круги кружить. А мы сейчас еще здесь выйдем. Мы идем сейчас еще на селек, пытаемся на самокате сейчас.
Да, идите, катайтесь на самокатах, а мы пойдем с дочкой домой отдыхать, да? Мыться, раздеваться. Да, там это, плавал с фалангом. Чистил, да? Кормил, наверное, не знаю, или чистил, что он там делал. Прямо это... Мы что, да, и тормознули, когда помнишь, сколько он смотрел нас? Плавал. Так, все, давай. Побежали мы домой с Вероникой.